Для нас вот эти вопросы, они в приоритете, потому как понятно, что в приоритете развитие Дальнего Востока. И если в экономику региона, субъекта вливаются деньги предпринимателей, частные деньги, значит, здесь комфортно вести бизнес. Поэтому по прошлому году понятно, что по точкам роста у Амурской области были достаточно хорошие показатели, в том числе и по постановке земельного участка на кадастровый учет. Они в первую десятку в стране входили. Поработать нужно было по регистрации прав, вернее, предприятий. Но вот мы сейчас провели встречу, совещание с налоговой. Мы надеемся, что там в течение 7-8 дней будет регистрироваться предприятие. Это там, даже 6-7 назвали цифру. Мы рассчитываем, что так и будет.